Скончался Джульетта Кьеза. Блестящий журналист, интеллектуал, умница, добрейшей души человек и, наверное, лучший друг нашей страны в Италии, а может быть и во всей Европе. Джульетта Кьеза нам хорошо знаком на протяжении многих десятилетий. Он еще в советское время был корреспондентом итальянских газет в нашей стране. Он знал нашу страну лучше, чем кто бы то ни было в Италии. Он понимал ее, он чувствовал ее. Он чувствовал нас, и он испытывал симпатию к России. Не потому что, как его часто обвиняли, он был кремлевским агентом или поклонником Путина, а потому что он чувствовал русскую душу. Он чувствовал те дружеские отношения, которые существуют между народами наших стран поверх заградительных линий правительств. Джульетта Кьеза написал о нашей стране очень много хорошего. Он был популярен в мире, и он был действительно защитником добрых отношений между нашими странами. С Джульеттой Кьеза мы много работали на почте нашего русского мира. Он был душа русского мира Италии, хотя в нем не было ни капли русской крови. Но он был действительно во многом душой. Душой русского мира Италии. Это Джульетта, который так блестяще выступал, с которым было так приятно беседовать, который был душой любой компании. Ему было сложно последние годы. Все-таки люди, которые хорошо относятся к России, под большим подозрением на Западе, ему не давали работать, но тем не менее он сделал все для того, чтобы его голос был услышан. И когда ему не давали путь в основные средства массовой информации Италии, он выходил через интернет, он постоянно бывал на наших ассамблеях русского мира, он блестяще выступал на дискуссиях. Это был тот человек, о котором можно сказать, дружбой с ним я горжусь. Мы всегда будем помнить о Джульетте и упокой, Господи, душу усопшего раба Джульетты Кьезы.